узнать у компании STEMTECH, как улучшить качество вашей жизни в компании STEMTECH. Меня зовут Ирина Беляева, я по профессии врач-нутрициолог, живу в городе Рыбинске Ярославской области. Ну, по профессии я врач-педиатр, а 12 лет назад стала врачом-нутрициологом. Вот познакомилась в 2000 году с такой замечательной индустрией, как индустрия сетевого маркетинга. И вы знаете, влюбилась, честно говоря, в эту систему. И буквально за 9 лет до пенсии ушла из медицины, из системы здравоохранения и стала заниматься сетевым маркетингом. 12 лет была в одной из компаний, которая работает на рынке здоровья. Но что-то за последние годы меня не совсем все стало устраивать. И, в принципе, я познакомилась с новым проектом, именно с компанией STEMTECH. В переводе это «стволовые технологии». И мне очень-очень понравился продукт и очень понравилась компания. И сейчас скажу, в чем вся заключается любовь к этому продукту и к этой компании. Итак, компания STEMTECH, она создана в 2005 году в США. Главный офис находится в Калифорнии. Президент компании Рэй Картер, которого вы видите слева на слайде, у него очень серьезное экономическое образование, он из семьи сетевиков, он имеет огромный опыт работы в системе сетевого маркетинга. И второй человек, который вы видите справа на слайде, это автор продукции, известный канадский ученый, профессор нейрофизиологии, нейрохирург Кристиан Драпион, который много лет посвятил и посвящает изучению, исследованию работы стволовых клеток. Они оба очень ответственные, организованные, можно сказать, оба спортивные, и с ними очень легко общаться. Итак, цель-то компании – предложение рынка инновационной продукции. Итак, что же в основу проекта заложено? Это прежде всего инновационная идея. Это соответствие требованиям рынка. Мы все с вами хотим быть здоровыми, молодыми, дольше жить активной жизнью. Новый революционный подход в медицине. Научное основание проекта, его эксклюзивность, эффективный маркетинг-план. План очень интересен и как новичкам, так и ветеранам сетевого маркетинга. И я люблю говорить о том, что этот план дублицируемый, то есть его можно легко повторить любому человеку. Современные инструменты в работе, сайт компании, личный сайт, интернет-магазин и многое-многое другое. Квалифицированный менеджмент и, конечно же, очень интересный лидерский состав. Итак, компания STEMTECH, она развивается в индустрии wellness. Что же такое за индустрия? Индустрия wellness начала развиваться в конце 20 века и бурно развивается в 21 веке. Это концепция здорового образа жизни, правильно сбалансированное питание, разумные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. И, конечно, главная задача wellness'а – это предотвращение, профилактики болезней, а также признаков старения, как внешних, так и внутренних. Вот на этом слайде вы видите много людей, да? Это те люди, которые действительно пользуются продукцией компании. И мне очень хочется вам рассказать о нескольких людях. Ну, в первую очередь вы видите меня слева. Я стою с президентом Рэй Картером. И ниже я стою с Кристианом Драпион. Эти фотографии сделаны в Греции, потому что я летала на конвеншн и очень легко, просто могла подойти к этим людям, и поэтому говорю, что они действительно легки в общении. Это удивительные люди, с ними легко общаться, они отвечают на все вопросы, которые ты задаешь.
Но вот в центре очень интересный мужчина в сиреневой футболке. Я хочу о нем вам рассказать. Это Йохан Спина. Он живет в ЮАР. Вы знаете, у него удивительная история прихода в компанию Стентек. Это человек принес 3 инфаркта. И ему уже, в общем-то, нужно было делать пересадку сердца, потому что он уже практически физически не мог двигаться, работать, он перенес клиническую смерть, и он ждал донора по пересадке сердца. Знаете, что такое? Вот ждать, когда этот донор будет, когда сделают операцию. Но в это время от его друга-дочери пришла информация, и девушка рассказала о продукции компании Стентек, что она делает, как она может помочь эта продукция. И я считаю, что так ему повезло с докторами, потому что он проконсультировался у врачей и спросил, можно ли принимать мне данный продукт. И врачи ему ответили, мы не видим никаких противопоказаний, но не знаем, поможет или нет, пробуйте, пожалуйста. И вы знаете, в течение 3 месяцев человек принимал до 8 капсул в день. На тот момент был только один единственный продукт, значит, который называется Stem Enhance. И он принимал по 8 капсул в день. Он буквально с первых дней почувствовал улучшение состояния. И в течение 3 месяцев принятия этого продукта он понял, что у него действительно что-то улучшается и очень здорово. И когда через 3 месяца ему позвонили из клиники, он бежал уже дома, ждал, значит, операции, и тогда он привезли его в клинику, и перед операцией его снова стали обследовать, и доктора были удивлены. Его сердце как бы обновилось, и они не видели тех рубцов от инфаркта, улучшилось состояние кардиограммы, и в принципе уже операция была не нужна. Вот вы знаете, для меня, как для врача, это действительно потрясающий результат, и человек ушел от операции. Вот насколько здорово работает продукт. Рядом с ним улыбающаяся в светлом платье женщина. Это женщина из Испании. Это тоже удивительный результат. Человек после аварии была прикована к инвалидной коляске. Она не ходила 7 лет. И вы представляете, она ходит. Мало того, что она ходит, она очень красиво и интересно танцует. Я лично видела ее. Я в первый день не знала ее результата. И как-то не обратила внимания. Хотя, да, я обратила внимание, что женщина в возрасте, на очень высоких каблуках. Но самое главное, у нее очень красивые движения. Плавные, очень красивые танцевальные движения. Она не уходила просто, как говорится, со сцены. И она была очень весела, радостна. И вот когда я узнала ее историю, вот действительно потрясающий результат. Человек 7 лет находился на инвалидной коляске. Здорово, да? И вот, пожалуйста, вы видите еще много результатов. Внизу много женщин. Боже мой, у меня переключается, да. Прям я испугалась, что вдруг не переключится. Итак, в чем же заключается новый революционный подход к медицине? Это прежде всего решение проблем старения и болезней за счет своих собственных резервов – стволовых клеток. Хотя термин «стволовая клетка» был введен в биологию еще в 1908 году Александром Максимовым, статус «большой науки» – это область клеточной биологии – получила лишь в 90-х годах прошлого века. Христиан Тропю – это главный научный сотрудник, соучредитель американской компании Стентек, автор нескольких книг, одна из них называется, вы видите на слайде, «Расшифровка кода стволовых клеток», является, в общем, самым известным сторонником Америки и других стран взрослых стволовых клеток и питательных веществ. Он получил признание его теории стволовых клеток и широкий интерес научных медицинских сообществ. Он постоянно в каких-то странах, его постоянно зовут,
он практически не бывает дома. Это настолько востребованный человек. Он пишет в своих трудах, что любая болезнь – это смерть клеток. Должен обязательно соблюдаться баланс между рождением и смертью клеток. В организме человека происходит естественный процесс обновления тканей. В среднем, вы знаете, мы обновляемся, если можно сказать, в среднем, в течение 7 лет человек практически становится новым. И вы видите на этом слайде, вот сроки указаны, там клетки печени каждые 3 года и так далее, обновляются. Клетки сердца 15-20 лет, уже срок большой, клетки мозга 25-30 лет. Но, видите, и так, что действительно стволовые клетки – это ключ к нашему здоровью, к нашему долголетию, к нашей молодости. Но с возрастом процессы обновления клеток замедляются. А теперь давайте поговорим, что же такое стволовые клетки? Вы знаете, многие даже как-то боятся этого словосочетания. И вот я сегодня тоже проводила рандеву, и первый вопрос я всегда задаю. Скажите, пожалуйста, а что вы знаете о стволовых клетках? Как вы относитесь к этому словосочетанию? Вы знаете, многие люди говорят, ну вы знаете, вообще-то, конечно, очень осторожно, с опаской. А многие говорят, да ну не знаем, вот как-то, ну неплохо, нехорошо, так скажем, да? Я всегда тогда говорю, вы знаете, у вас есть стволовые клетки, у меня есть стволовые клетки. То есть стволовые клетки есть в каждом человеке, в каждом организме. И они несут очень важную роль. Итак, в общем-то, стволовые клетки, это можно сказать прародительницы, предшественники всех клеточек нашего организма. Именно из этих клеток, именно стволовые клетки могут формировать любую клетку нашего органа. То ли это печень, то ли это кожа, то ли это сердце, глаз и так далее. По природе различает два основных типа стволовых клеток. Это эмбриональные, то есть которые до рождения, так скажем, и уже взрослые стволовые клетки. Еще в настоящее время уже в медицине используют, так скажем, выращенные стволовые клетки. И уже во многих странах используют эту терапию. И так скажем, что выращивание органов на сегодняшний день – это уже реально. Я думаю, что вполне скоро будет и стоматология изменится, потому что будут выращивать зубы, поскольку действительно можно вырастить любой орган. Например, в Англии вырастили уже ткань печени, в Испании – трахею, в Финляндии вырастили челюсть. Итак, как же работают стволовые клетки? Следующий слайд, да? Так вот, костный мозг в организме человека, он выполняет функцию, так скажем, хранилища этих клеток. И это где находится, это единственное место, где стволовые клетки находятся в достаточном количестве. Сами стволовые клетки больше напоминают работу службы спасения, которая должна справляться, так скажем, с любым заданием. Если в кровеносной или нервной системе ощущается недостаток клеток, костный мозг, важнейшее кровоснабжение, отправляет их в нужное место. Вот вы видите на слайде повреждение руки. И, допустим, сразу сигнал идет в мозг человека. Сигнальная система тут же дает сигнал в костный мозг, и костный мозг выводит стволовые клетки в кровоток, и они буквально тут же начинают идти к тому органу, который требует либо обновления, либо лишает повреждения. Что же, где, в каком органе повреждения? Итак, следующий слайд. Так, мне немножко не видно, но ладно, все понятно. Но я хочу еще вот что сказать. То есть в нашем организме
катастрофически снижается количество стволовых клеток. Вот, например, у новорожденного одна стволовая клетка встречается на 10 тысяч клеток. К 20-25 годам одна уже на 100 тысяч. А вот, допустим, к 50-летнему возрасту в организме уже остается всего одна стволовая клетка на 500 тысяч. И вот вы знаете, истощение запаса стволовых клеток вследствие старения, там так тяжелых заболеваний, лишает организм возможности самовосстановления. И из-за этого жизнедеятельность тех или иных органов становится менее эффективной. Итак, в чем же заключается инновационная идея компании? Это прежде всего увеличение регенерации своих собственных стволовых клеток в кровотоке за счет натуральных экстрактов сине-зеленой водоросли. Аква, так скажем, аква-низаминон плюс аквая. Так создала природа. Это специальное питание для стволовых клеток. Речь идет о продукте, при приеме которого уже через полчаса концентрация стволовых клеток в крови повышается на 25%, а это примерно, вот на этом графике видно, это примерно на 3-4 миллиона стволовых клеток. Вы понимаете, что в кровотоке увеличивается вот настолько, на 3-4 миллиона стволовых клеток. Вот насколько важно правильное питание для наших собственных стволовых клеток. Эта сине-зеленая водоросль, она растет в очень красивом месте. Это озеро называется Верхний Кламат, которое находится в штате Орегон в США. Оно образовалось после извержения вулкана много-много тысяч лет назад. Ну, пишут, что это 7700 лет. И вот 17 горных рек наполняет это озеро водой, приносит с собой ежегодно 50 тысяч тонн наносов, богатых минералами, микро- и макроэлементами. Вода в озере щелочная, почти 365 дней в году светит солнце. И при его длине 50 километров и ширине 5 километров, оно имеет среднюю глубину только 2-4 метра, что совсем не характерно для такого озера. Но в этом его и уникальность. Здесь природой созданы все идеальные условия для произрастания в нем сине-зеленой водоросли. И каждый год в озере Кламат перерабатываются десятки тысяч тонн водорослей и выпускает первый в мире продукт, это первый увеличитель собственных стволовых клеток. АФА известна более 30 лет, как один из самых богатых продуктов, который почти на 100% усваивается нашим организмом. Итак, ведущий производитель Desert Lake Technologies, американская лаборатория, она там обеспечивает продукт очень высоким качеством. И для обеспечения качества и безопасности урожая вот этого сине-зеленой водоросли собирает под строгим качественным контролем. Собранные водоросли хранятся в резервуарах, перерабатываются в плавучей платформе, где водоросли фильтруются, чтобы удалить все примеси, и быстро охлаждают до дальнейшего сохранения питательных, природных, биологически активных соединений. И почему же продукт именно высококачественный? Ну, это прежде всего американское производство GMP-технологии. Это очень серьезный технологический процесс, где все проверяется, где все контролируется. Продукт, прежде чем выйти на рынок, он прошел самые не только клинические, но и научные испытания, научные исследования, то есть продукт научный. Испытан этот продукт эксклюзивный, поскольку он имеет патент США. И опять же, это очень важно, потому что патент, когда выдается, в течение 7 лет, еще раз проходят самые-самые серьезные клинические испытания во многих странах. И этот продукт первый в мире, продукт для улучшения
и качество, и увеличение стволовых клеток. 5 лет, с 2000 по 2005 год научных исследований, разработок в таких знаменитых университетах, как США, Канады, Гарвард, Иллинос, МакГилл. Продукция прошла, я еще раз повторю, не только, так скажем, научные исследования, она действительно прошла самые серьезные клинические испытания. И проведены самые-самые серьезные и кардиотесты, и антираковые тесты, и результаты омоложения. И меня как врача это очень интересовало. И я смотрела все, так скажем, много трудов Кристиана Тропью, переводила в переводчик Google, использовала, даже копировала себе, изучала этот продукт на самом деле. И вы знаете, мы все те, кто уже принимаем, пользуемся данной продукцией, все ощущаем на себе. Действительно, улучшается самочувствие, прибавляются силы, появляется много дополнительной энергии, в общем-то, становится комфортнее, улучшается сон, нормализуется давление, уходят болевые ощущения и много-многое другое. И при более длительном применении все замечают, что действительно люди становятся лучше, выглядят лучше, моложе. И очень приятно, конечно, это слышать. Продукт имеет все очень важные, значимые сертификаты в международном отношении. Итак, кошер. Это сертификат, который необходим для людей, кто исповедует иудаизм. Он важен тем, что он выдается только тем продуктам, которые имеют 100% натуральную продукцию. Сертификат халал, он необходим для людей, кто исповедует ислам. И сертификат ВАДА, который выдает Всемирное антидопинговое агентство. Это очень важно, чтобы продукцией могли пользоваться и профессиональные спортсмены, так как эта организация следит за тем, какие биодобавки, какую пищу принимают профессиональные спортсмены, чтобы не было стимуляторов, которые порой имеют и наркотическое воздействие. Ну и, конечно, сертификат УЦАДА – это американский сертификат. Итак, о самом важном. Наконец-то мы дошли с вами до продукции. Почему именно Stem & Hands? Stem & Hands – это первый в мире продукт для питания и улучшения качества стволовых клеток. Он способствует увеличению генерации собственных стволовых клеток кровотоки за счет натуральных экстрактов сине-зеленой водоросли афанизаминон плос аквайум. Он поддерживает естественный выпуск ваших стволовых клеток из костного мозга. Ну и как вы видите, то есть опять же повторяюсь, по сигналу идет костный мозг, да, из костного мозга выходят стволовые клетки, и тут же поступает в те места, где необходимо, и проводить все, обновлять органы и так далее. Итак, следующий продукт – это стемпло. В переводе это продвижение. Это мощнейший антиоксидант, можно сказать. Он защищает наши стволовые клетки от окислительных процессов. Вы посмотрите по составу. Прежде всего, это фибринираза. Это активные энзимы, которые перерабатывают лишний фибрин. Именно вот эти вещества и как раз влияют на, так скажем, на состояние наших самых важных не только артерий и вен, но именно капилляров, чтобы наши капилляры с вами были самыми-самыми чистыми. Мангостин. Сильнейший антиоксидант, он нейтрализует свободные радикалы. Черная смородина улучшает функцию клеток, содержит большое количество витамина С, улучшает кровообращение. Экстракт лимона – богатый источник биофлавоноидов и, конечно же, тоже большое количество витамина С.
Это тоже как раз антиоксидант. И экстракт лимона тоже очень хорошо поддерживает именно кардиоваскулярную систему. Следующая составляющая стемплом – это куркума. Это, в принципе, так скажем, тоже омолаживатель. Это прекрасный природный антибиотик. Великолепно очищает клетку печени, ткани и выводит токсины из организма. Способствует улучшению работы печени. Очень хорошо, благотворно влияет куркума на работу суставов, очищает кожу, потовые железы, улучшает цвет лица. Не зря и индианки используют очень большое количество приправы куркумы, и поэтому у них, знаете, очень красивое моложавое лицо, поскольку действительно они пользуются этой приправой, куркумой. Следующий составляющий – индийский крыжовник, мощнейший антиоксидант и очень богатый витамином С. Кошачий коготь – это удивительное растение. Это тоже природный антибиотик, который не вызывает никакого дисбактериоза. Это иммуномодулятор, и он тоже очищает очень хорошо клетку, выводит токсины, шлаки. И еще интересные составляющие – это виноградный резвератрол. Способствует противовоспалительному действию, очень хорошо против паразитов, противогрибковым эффектом и, конечно же, самое главное, антиканцерогенным действием. Вы можете писать вопросы, может, вас что-то интересует, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Итак, стемплум обладает тройным действием, то есть улучшает кровообращение, антиоксидантным свойством и антиканцерогенным действием. И вот мы перешли с вами к новому продукту. До сих пор я все жду, но вот пока в России очень долго идет посылки, и мы все еще не получили, но уже действительно изучаем, знаем, что это за продукт, насколько он хорош, и действительно, что же это за продукт? Стернхенс 2, так называемый. Он обеспечивает естественный выпуск плюрипотентных стволовых клеток, которые превращаются в новые здоровые клетки, но он обладает, так скажем, более длительным действием. И вот вы видите на слайде красный график красной чертой, то есть стволовые клетки в кровотоке действуют более длительно. Итак, действие стемэнхенса. Последние медицинские исследования показали, что обновление системы вашего организма напрямую зависит от количества ваших собственных стволовых клеток, циркулирующих в крови. Ваши собственные стволовые клетки восстанавливают и замещают клетки тканей по мере необходимости. И этот процесс имеет самое важное значение для поддержания жизнедеятельности организма. Именно этот процесс помогает сохранить ваше здоровье и благополучие. Тем не менее, негативные факторы, такие как ежедневное воздействие токсинов окружающей среды, физический и психический стресс, плохое питание, естественный процесс старения, могут привести к снижению и способности организма к самовосстановлению. Итак, поврежденные ткани испускают специальные сигналы, ферменты, которые с кровью попадают в костный мозг, воздействуют на рецепторы, находящиеся там в стволовых клетках. Стемэнхэнс 2 помогает снять протеиновую блокировку в костном мозгу и тем самым способствует естественному выпуску ваших собственных стволовых клеток из костного мозга. И стволовые клетки начинают циркулировать в крови по сигналам этих ферментов и находят поврежденные клетки тканей и органов. То есть практически действуют так же, как стемэнхэнс, но более длительно. И поэтому он, естественно, действует более длительно. Еще самое интересное, что стемэнхэнс, он дополнен
тремя дополнительными компонентами. Итак, это ундария перистая, китайский горец и кордицепс китайский. Ну вот, знаете, те, кто слышал новости, в субботу был на встрече с Энди Гудвином, он сказал, новости очень хорошие, то, что действительно в начале 2013 года Россия готовится к открытию, этот рынок открыт будет, что в январе месяце команда Энди Гудвина поедет в Москву, несмотря на морозы, будут работать по открытию склада. Мы очень рады. И где-то к концу уже февраля, марта, может быть, да, уже будет официальное открытие. И мы с удовольствием ждем. И еще одна новость, то, что продукты STEM Enhance 2 уже сертифицирован. Энди Гудвин показал нам сертификат, что на сегодняшний день в России это, так скажем, уже легальный продукт, легализован продукт, и поэтому с ним можно спокойно уже работать. Его нужно, конечно, уже начать принимать, поскольку и самое интересное, что действительно в России будет именно вот этот состав, который вот сейчас мы с вами разберем. Итак, ундария периста. Очень интересный, это съедобная морская водоросль. Она содержит большое количество кальция, йода, калия, железа, магния и многих других полезных веществ. И, значит, стоит заметить, что эта водоросль является очень полезной для иммунной системы. Она снижает уровень холестерина, она содержит пуканоксантин, и которые способствуют именно сжиганию жира. Улучшает работу печени, уменьшает боль в суставах, очищает кровь, улучшает кожу, состояние волос, используется для лечения репродуктивной функции женщин, нормализует менструальный цикл. Я думаю, что мы действительно с этим составом будем получать замечательные результаты. Следующий состав – это китайский горец. Ну, как китайцы считают, что это растение долголетия. Столетний приносит корень столетней молодость, 200-летний приносит стройность и 300-летний, можно сказать, бессмертие. Конечно, это удивительный компонент, да, который, в общем-то, обладает корень горца китайского, значит, тонизирующим, адаптогенным действием, омолаживает организм, способствует похудению, нормализует пигментный обмен, замедляет процессы старения, вызывает упругость, так скажем, кожи, разглаживание морщин, укрепляет сухожилия, связки, кости, то есть, ну, удивительный просто, действительно, улучшает кровообращение головного мозга, улучшает память, а нам всем это необходимо, и увеличивает перистальтику кишечника, улучшает процессы пищеварения, будет обладать очень противовоспалительным действием и снижает уровень холестерина, что очень важно. И третий компонент – это китайский кордицепс. Его называют еще божественный подарок. Это тоже природный антибиотик. Очень здорово действует на хламидии, трахеминады, и обладает очень сильным противораковым действием, антиоксидантным действием, и поэтому он снижает и уровень холестерина. И вы знаете, в общем-то, в Китае есть такой, значит, так, как бы его называют еще оздоровительной жемчужиной международного плана. Несколько веков назад в трактате по китайской медицине времен династии Цин, новая фармакопея, записано так. Кордицепс китайский имеет вкус сладкий, свойства нейтральные, сохраняет легкие, улучшает почки, питает костный мозг, останавливает кровь, мокроту, унимает кашель. То есть, я думаю, что очень хорошо этот будет продукт использоваться
и в фтизиатрии, то есть где нужно, значит, туберкулез лечить. Но вы знаете, мне хочется всем вам сказать, дорогие мои друзья, продукция компании Стентех не является лекарством, это питание. И не нужно к этому подходить, вот, знаете, очень серьезно, с точки зрения как бы врача, там, вот, а вот поможет ли вот при данном заболевании или при этом заболевании. Самое главное, вы начните сами принимать продукт, говорите об этом людям, что он действительно поможет, поможет обновлению клеток вашего организма. И таким образом будут происходить процессы обновления и улучшения состояния. Итак, этот продукт нужен всем, абсолютно. Начиная, так скажем, с рождения, со слов Кристиана Дропю, что этот продукт можно разводить в грудном молоке и давать даже грудничкам. И поэтому можно и нужно кормить наших детишек, чтобы они росли здоровыми, крепкими, чтобы не болели, самое главное, чтобы они развивались, у них была хорошая память, хорошая концентрация внимания, чтобы они не уставали, чтобы они хорошо засыпали и, самое главное, конечно, не болели. И организм будет у них обновляться на 100%. Если не будет обновления на 100% в определенные возраста, то начинают происходить те или иные проблемы. Запомните, что действительно слова Кристиана Дропю мне очень легли на душу. Любая болезнь – это смерть клеток. Какое бы вы заболевание ни назвали, как он приводил пример, что сахарный диабет, это значит, что 50, менее, более 50% клеток поджелудочной железы погибло. Не обновилась поджелудочная железа, и поэтому нет некому вырабатывать инсулин, и поэтому вводят искусственный инсулин, от которого, в принципе, возникают проблемы по здоровью. Потому что, запомните, мне очень хочется вам всем напомнить, что все лекарства, они токсичны. Они могут вызвать аллергию, они могут оказывать побочные эффекты, разрушать организм. Они снимают не только, они не лечат, так скажем, они снимают симптомы заболеваний. Они могут вызывать привыкание. И самое главное, что вы не уверены, что вы можете купить на 100% то натуральное лекарство, которое необходимо. Вы можете в аптеке, я знаю, что в России уже есть такие цифры, что 80% в аптеках, особенно в аптечных киосках, вы можете купить подделку. Дай бог, если она вам не навредит, это в лучшем случае, но и не поможет. И стоимость лекарств, она не совсем соответствует, производимому эффекту. И самое главное, то, что нет ни в одной стране программ, чтобы определить, а как между собой эти лекарства многие взаимодействуют. Итак, поэтому задают вопрос, какие результаты применения этой продукции по диабету. Хорошие результаты. Я знаю, что у моего дистрибьютора начала принимать сестра. У нее был сахар 14, наблюдали ее длительное время. Самое главное, что у ней были симптомы. Она очень уставала, раздражительность, головные боли. Ее как-то потрясывало, да? Недомогание, жуткое недомогание, головные боли. И, вы знаете, болели уже и суставы, так скажем, да? И вот она начала принимать продукт Stem Enhance и плюс Stem Flow. По 1-2 раза в день Stem Enhance и по 1-2 раза в день Stem Flow. Через 2 недели она делает анализ, ее хотели уже посадить на инсулин, и у нее уже показатели 7 единиц. Прекрасно.
А самое главное то, что у ней прошла раздражительность, у ней ушла вот эта усталость, недомогание, у ней появились силы, энергия, бодрость, не стала головная боль беспокоить, стали меньше болеть суставы. Это всего практически меньше месяца она принимала. Через 2 недели вот такой замечательный результат. Поэтому этот продукт нужен и спортсменам, потому что они несут большие физические нагрузки, и тем людям, кто несет физические нагрузки. Действительно, этот продукт, мы же уже разбирались с вами, что он 100% натуральный, он работает на наши стволовые клетки, и поэтому дает много энергии, сил. Я сама буквально через полчаса почувствовала этот продукт. Она питание наладила? Ну, вы знаете, я вот точно не могу вам сказать, Дина. Может, рекомендовали врачи, что и питание нужно. Но дело-то в том, что даже на том улучшении питания, если она налаживала, то все равно эти симптомы оставались. Именно продукт, я знаю, что это очень важно. И мы не говорим о том, что действительно, вот давайте пить продукт Stem & Hands, а все остальное оставим также. Будем там и сахар в больших дозировках пить, и сладкого много использовать, да, и жиры, и так далее. Конечно, все в комплексе. Никто не говорит, что здоровье, в принципе, это очень важно, оно гармонично должно. Это и правильные физические нагрузки, это и сбалансированное питание, и, конечно, экология, и так далее. Ну, и вот мы подошли к тому, что действительно продукт нужно принимать и всем людям старшего поколения для того, чтобы сохранить активность, долголетие, красоту, молодость. Знаете, я могу четко сказать, что этот продукт именно работает, потому что я пользуюсь этим продуктом 9 месяцев. К сожалению, порой, вы знаете, порой я остаюсь без продукта, поскольку к нам идет продукт длительно 4-5 недель, и бывает так, что у меня даже не остается для себя, лично для себя. Приходится обеспечивать людей. Все больше и больше людей хочет пользоваться данной продукцией. Те, кто уже попользовался 1 месяц, они пользуются и 2-й, и 3-й месяц. И просто очень-очень полюбили этот продукт. Поэтому продукт дает и силы, энергии, и убирает многие симптомы, и замечательно себя чувствуешь. Поэтому желаю вам всем пользоваться этим продуктом. Компания стремительно развивается, она уже открыта в 24 странах. Ну, вы видите на слайде, я не буду повторять. И когда я изучала этот проект, я обратила внимание, и вот смотрите, Япония, все-таки Япония много, не пускала много компаний на свой рынок, поскольку они давно уже 60-70 лет используют БАДы, биологически активные добавки своего производства. Ну вот в связи с тем, что наступили такие времена в Японии, они изучили этот проект, изучили продукцию. И Япония делает очень большой товарооборот. Именно из Японии пошли, значит, структуры в Южную Корею. И Южная Корея очень быстро, буквально за 3 месяца, в Южной Корее виртуальных дистрибьюторов оказалось 3000, дорогие мои, 3000 дистрибьюторов. Поэтому, конечно, компания внепланово пошла на то, что открыть Южную Корею. И мы видим на слайде, хотя Южная Корея не стояла в планах Stemtech. Вот Россия стоит, и мы, дорогие мои, Италия стоит уже. Вот мы сейчас на следующем слайде с вами увидим, что экспансия Stemtech уже на 2013 год, да, в Европе, Португалия, Италия, Литва ждут открытия. Ждать не надо. Работайте, стройте виртуальные сети, подписывайте людей. Конечно, компания увидит, что потребность растет, и поэтому вы быстро, значит, откроетесь.
В Америке красивая страна Бразилия, и сейчас, так скажем, идет соревнование либо Бразилия, Индия или Россия. Но я думаю, что Россия, давайте не подведем, все начнем быстренько-быстренько подписывать людей. И я уже верю теперь на 100%, что Россия будет открыта. Со слов Энди Гудвина, раз уже посылает, несмотря на те морозы, которые вот были. Но на сегодняшний день, вы знаете, после 30-градусных морозов у нас сейчас, где я живу, в городе Рыбинске Ярославской области, у нас сегодня плюс один. Но шел обильный снег, красивые снежинки, крупные, много-много выпало снега, вот, поэтому у нас замечательная сейчас зима. Думаю, что Новый год будет хорошая погода, потому что нам обещают минус 4, минус 2, слава Богу, будет снег. И поэтому, дорогие мои друзья, я последний раз в этом году встречаюсь с вами. Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Я хочу вам всем-всем пожелать, прежде всего, будьте здоровы, не болейте. Как здорово, вы знаете, испытывать, расти детей, внуков, когда они не болеют. Я это уже испытала, вот когда растила первого внука, который не болел 10 лет. Сейчас у меня еще два внука растут. И слава Богу, они тоже растут крепкие, замечательные ребятишки. Даже на слайде там есть фотография, это моя внучка и внук. Внучка занимается бальными танцами, а внук занимается футболом, им по 5 лет. Итак, я желаю вам семейного счастья, благополучия, чтобы вы были всегда позитивны, чтобы вас только окружали добрые, хорошие люди. Несите сами людям добро, несите им хорошую информацию, чтобы они тоже были все здоровы. С таким продуктом мы действительно с вами будем молодыми, красивыми и счастливыми. Счастья вам, будьте здоровы. До новых встреч. В пятницу будет презентация. Тоже последний раз в этом году будет проводить, да, вход 25 центов. На русские деньги это 8-9 рублей всего лишь снимают. Вот я вчера подписала двух человек. Да, это совсем небольшие деньги, поэтому... Учите людей, как подписываться. Гульнара все нам дала. У всех у вас, у каждого есть эти ссылки, виртуальный дистрибьютор. Давайте мы прям вот все-все-все быстро-быстро начнем сейчас подписывать людей. Пусть они пользуются данной продукцией с хорошей скидкой. Выполняйте хорошие квалификации. Вы представляете, когда откроется та или иная страна, вы уже будете иметь большую-большую структуру. Все люди купят продукт, у вас вырастут большие чеки, вы будете очень счастливы от этого. А до этого вы можете, конечно, уже начать пользоваться. У нас уже много тоже людей пользуются. Вот я уже 9 месяцев пользуюсь сама, несу людям информацию. И люди все получают и получают результаты. Много результатов. Лично я, например, получила результаты, даже когда был перелом лодыжки. Прекрасный результат. Через неделю на рентгене уже не было перелома. Знаете, это здорово. То есть, ну, так скажем, Господь Бог уже дал нам такие вот испытания. И именно этот продукт дал хорошие результаты. Я начала этот продукт пить, когда у меня была жуткая депрессия. И буквально через полчаса я почувствовала комфорт, почувствовала спокойствие. И через 3 дня я была абсолютно здоровым, нормальным человеком и могла спокойно уже общаться, и никакой не было депрессии. Прекрасно работает продукт, легко работать с этим продуктом. И самое главное, поймите только одно, это не лекарство. С этим продуктом может любой человек общаться, только немножко о нем знайте. Полюбите этот продукт, полюбите как самого себя. Если кто-то любит себя, полюбите этот продукт точно так же, как вы любите себя. Полюбите как своего сына, свою дочь, полюбите этот продукт, как своих внуков вы любите. Я думаю, что действительно этот продукт стоит. У него, знаете, один единственный, ну, можно сказать, два недостатка, в кавычках. У него нет язычка, у него нет ножек. Он не может бежать, этот продукт, и он не может говорить о себе.
Поэтому давайте мы за него отработаем. Мы будем говорить о нем, мы будем ходить и рассказывать людям, всем. Этот продукт нужен всем, дорогие мои друзья. Итак, мы с вами уложились во время. Еще есть какие вопросы? Спасибо за внимание, спасибо за вопросы. Итак, до новых встреч, до свидания. Всего вам доброго, с Новым годом, с новым счастьем и с новым здоровьем. Всего доброго, до свидания.